Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я очень рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такого веселого осьминога. Для этого нам нужно заготовки из цветного картона и цветной бумаги, клей-карандаш, двухсторонний скотч и просто простой карандаш. Итак, начнем. Возьмем заготовку, которую я вырезала заранее, в форме осьминога. Приклеим ему глаза с помощью клея. Нанесем клей. Один глаз, который я сделала уже готовый, приклеим внизу нашей формы. И второй. Нанесем клей. Приклеим рядышком. Потом приклеим ножки, которые я сделаю из цветных полосок. И заранее приклеила двусторонний скотч. Приклеим ножки с обратной стороны. Чередуем желтый с зеленым. Теперь зеленый. Еще желтый. Снова зеленый. И желтый. И еще один зеленый. Берем скотч и приклеим, чтобы ножки у него были красивее. Мы с помощью карандаша сделаем их, накрутим полосочку на карандаш. Вот таким образом накрутили и просто вытащили. Желтый накрутим в другую сторону. И снова зеленый в одну сторону, желтый в другую. Так. И еще накрутим. И так до конца. И последний зеленый. Вот что получилось. Осталось украсить нашего осьминога простым карандашом. Нарисуем по туловищу колечки. Вот так. В хаотичном порядке. Можно нарисовать маленькие и большие. Можно одинаковые. Одинакового размера. Рисуем колечки по всему туловищу. Вот так. Вот такой осьминог у меня получился. Но я уверена, что у вас получится еще лучше. А я жду вас на следующем занятии. До свидания, ребята!